вечно святой ты человеки, якогда видя добрые дела Твоя, и прославят Отца нашего, и же есть на небесе, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отца и Сына, и Святаго Духа. У святаго преподобного Иоанна Кассиана Римлянина мы встречаем его воспоминания об Авве Серапионе, египетском подвижнике, который жил в то же время, что и преподобный Иоанн, в IV, начале V века. И преподобный Иоанн, пораженный аскетической мыслью Аввы Серапиона, приводит не только его слова,
но и на основании его слов предлагает некую систему, аскетическую систему, направленную на то, чтобы помочь людям преодолевать грех. О чем же учит Авва Серапион? Он попытался систематизировать человеческие страсти, которые, в свою очередь, проистекают из помыслов. Помыслы посещают сознание человека. Если они задерживаются в сознании, то становятся устойчивой мыслью. А если затем человек, пытаясь бороться с этими мыслями и помыслами, проигрывает сражение, то тогда грех из области мысли переходит в волю, из воли в действие, а действие способно поработить человека. Святой старец и Авва Серапион попытался назвать эти страсти, расположив их в некоем логическом порядке. И он упоминает вот о каких страстях: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Это, конечно, не означает, что этими 8 страстями ограничиваются все человеческие страсти, но все остальные страсти так или иначе связаны с этими 8, как бы законополагающими образ страстной жизни. Ну вот пример. Авва Серапион не называет в качестве страсти винопитие, по-нашему алкоголизм, потому что менее всего он там, в египетской пустыне, мог встретиться с этой страстью. Но она так близка к страсти чревоугодия. Вот так же иные многие страсти примыкают к тем, что перечислил Авва Серапион. И начинает он с чревоугодия не случайно. Он называет чревоугодие и блуд как бы естественными страстями, проистекающими от нашей природы. В то время отцы не владели теми научными знаниями, которыми мы сегодня владеем. И на основании этих знаний, на основании знаний того, как работает человеческий мозг, как работает человеческий организм, мы можем сказать, что все страсти связаны с телесной природой человека. Но в то время наиболее очевидными страстями, которые были порождаемы человеческой плотью, были, несомненно, чревоугодие и блуд. И вот о них, с них и начинает Авва Серапион этот скорбный перечень. Чревоугодие – это та страсть, на которую очень легко поддаться. Она связана с удовлетворением человеческого инстинкта, чувства голода. Если человек этот инстинкт не удовлетворяет, он погибает. Голод – это сигнальная система организма, которая говорит о некоем неблагополучии. Нужно вкусить пищи, нужно испить воды. Если этого не сделать, это опасно для здоровья и для жизни. И человек чисто инстинктивно откликается на этот голос своей плоти и насыщается. И без этого не может быть жизни. Но естественное насыщение с легкостью может превратиться в страсть, когда человек получает огромное удовольствие от самого вкушения пищи, когда он требует все больших и больших изысков в
приготовлении пищи, когда ему мало того, что он съедает, он желает съедать больше. Он насыщает свою плоть невоздержанно, разрушая здоровье своего тела и провоцируя другие страсти. И в первую очередь ту, которая примыкает к чревоугодию, страсть блуда. Эта страсть тоже является ответом на человеческий инстинкт. Если бы не было инстинкта, связанного с продолжением человеческого рода, то не было бы человеческой жизни. Как без кушения пищи не было бы человеческой жизни. Но здоровое удовлетворение этого инстинкта, в том числе и благословленное Богом, становится нарушением божественной заповеди, тогда, когда человек помрачается умом, смешивает понятия, когда он отрекается от священной миссии продолжения рода и наслаждается лишь только удовлетворением этого инстинкта, снисходя на животный уровень. Следующая страсть – это сребролюбие. Казалось бы, ну какая связь между блудом и сребролюбием? Прямая связь. Человек, ведущий распутный образ жизни, нуждается в деньгах. И нередко именно образ жизни и толкает человека к чрезмерному и ненужному для него накоплению средств. Сребролюбие становится болезнью тогда, когда застилает все остальное. Ни о чем не думаем, только о деньгах. Это тоже умопомрачение. Это тоже некий плен бесовский. И человек, отдающийся страсти сребролюбия, разрушает свою богоданную природу. Он отказывается от того предназначения, которое Бог ему вручил. И все силы своей души, разума, направляет на то, чтобы иметь как можно больше материальных средств. А следующая страсть – гнев. А как гнев связан со сребролюбием? Связан. Потому что сребролюбивый человек, обладающий богатством, очень много может решить задач и проблем с использованием денег. Это ему дает чувство власти над другими. А чувство власти снимает запреты, в том числе и в стиле отношений с другими людьми. Чувство раздражения у богатого человека, который все себе может позволить, немедленно способно обратиться в гнев. И мы знаем, как некоторые богатые доходят в своем гневе до страшных преступлений. Так бывает, конечно, не только у богатых, но богатство – одно из условий, которые могут формировать неправильные отношения богатого к остальным, наполняя эти отношения самыми страшными эмоциями, связанными с проявлением человеческой ярости. А следующая страсть – печаль. И опять, как будто какая связь между гневом и печалью? Наверное, многие из нас испытывали это состояние души, когда после некоего возбуждения, будь то эмоциональное возбуждение, связанное с праздниками, даже с положительными эмоциями, не говоря уже о возбуждении отрицательном, связанном с конфликтами, с ссорой, с враждой, испытывали чувство опустошенности. Как будто вся энергия уходит в это сопло, улетает из человека, ослабляет его силы. И чаще всего и печаль – это реакция на нечто неправильное, что было в нашей жизни. Это потеря жизненного тонуса.
это понижение активности. И если печаль не проходит, то она трансформируется в другую страсть, уныние, которая уже является достаточно стабильным состоянием человеческой души. И мы знаем, как уныние искажает человеческую жизнь, разрушает ценностные ориентиры, да и вообще всякие ориентиры. Человеку ни до чего, его ничто не интересует, он ни к чему не устремляется. Он как воздушный шар, из которого воздух выпустили. Он не способен летать, он не может развиваться. В стороне как бы от этих страстей стоят две последние – тщеславие и гордость. Несомненно, что тщеславие является причиной для гордости. Тщеславие – это склонность человека таким образом строить отношения с другими, чтобы постоянно подпитывалось его устремление иметь славу и превосходство над другими людьми. Такому человеку непременно всегда нужно говорить комплименты, если он способен восторгаться его способностями. И только тогда он оживает на короткое время. А перестают люди возносить этот фимиам, и сдувается человек, и теряет энергию, и раздражается, и гневается. Мне приходилось в жизни встречаться с такими людьми, очень способными, талантливыми, одаренными. Но они чувствовали некое внутреннее равновесие, они были приятны в общении только тогда, когда собеседники, люди, окружавшие их, говорили о них хорошо или очень хорошо. Имитируя скромность, они говорили: «Ну что вы, ну что вы, это не обо мне, я совсем другой». Но на самом деле по всему было видно, что человек купается в этих словах и ради этих слов готов на все. Он без них жить не может, как алкоголик без спиртного, да и как просто здоровый человеческий организм без воздуха и света. Это, несомненно, страсть, которая, порождая другую страсть, еще более тяжелую, страсть гордости, сильно повреждает внутренней человеческой жизни. А гордость – это апогей греха. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Дьявол есть отец гордости. Гордость – это противление Богу, которое выражается в быту, в повседневности, в том, что гордый человек всегда себя ставит над другими. У него единственный взгляд на мир сверху вниз. Он не способен сравняться с другими и тем более не способен увидеть свои грехи, свою слабость, свое несовершенство и осознать, что ни на какой он не на вершине, а где-то там, внизу, среди всех остальных. Гордость порождает абсолютно нездоровый взгляд на жизнь, греховный и очень опасный стиль отношений с людьми. А иначе и быть не может, потому что если Бог гордым противится, то и благодати лишает. И тяжелее всего из всех страстей, какие только есть, преодолеть эту страсть гордыни. Наверное, святой Авва Серапион размышлял на все эти темы, не просто теша свой разум, а переживая некий духовный опыт. Все святые отцы, аскеты, которые учат нас
тому, как нам нужно жить и бороться с грехами, не от теории говорили, не от книг говорили, хотя и книги знали и читали, но в первую очередь от своего опыта, от опыта тех, кто их окружал. И именно потому их слова обжигают наше сознание, пленяют наш разум. Даже и сегодня, в далеком от них 21 веке. И то, что вся эта мудрость сохранилась на протяжении веков, то, что оно сегодня нас питает и вдохновляет, является самым ярким свидетельством того, что предание Церкви, хранящее божественную мудрость, является вечно юным, никогда не стареет и никогда не теряет своей актуальности. Вразумляемые этой божественной мудростью используем дни Святой Четыридесятницы для борьбы с нашими злыми помыслами и со страстями. Аминь. Со средой первой седмицы поздравляю вас!